Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска, 1.8 автомат, передний привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим лампы ближнего света. Здесь стоят лампы, по-моему, HB4. Находятся под колпаком. Сейчас переставлю камеру. Выкручиваем вот этот колпачок. И здесь уже добираемся до лампочки. Поворачиваем ее против часовой стрелки и вытаскиваем. Лампа H11. Я сказал HB4, перепутал. Лампа H11. Вот эти усики разводим по бокам. Убираем лампу. Лампа фирмы Lynx. Номер ее идет L111-55. За стекло лампу не трогай. Если вдруг ее возьмете случайно, протрите спиртом. Что у этих автомобилей недоработка? У них почему-то один контакт греется. Этот еще поработает, но скоро придется его менять, обрезать и менять. Вставляем в гнездо лампочку и поворачиваем ее. После этого закрываем крышку. Все. Вот таким образом меняется лампочка. Аналогично со второй стороны. Что здесь удобно? Здесь ничего не закрыто, ничего не мешает ни с одной, ни с другой стороны. На этом все. Замену лампочки мы закончили. Всего вам доброго.